Who was she? Вы доверяете своим глазам? Тогда попробуйте пройти через зеркальный лабиринт. И не забудьте перчатки. Без них вы точно заблудитесь. Пим-пим-пим! Очень весело, очень интересно. Я даже не думала, что у нас в Самаре есть такие замечательные места, аттракционы, да, это, наверное, так называется. Вот, советую всем сходить. Очень интересно и впечатляюще. Мы ходили на ощупь, мы трогали зеркала и пытались там в углах каких-то там пройти. Но было очень тяжело, но я всем советую туда сходить. Это на самом деле стоит того, правда. Ощущение просто супер. Парни и девушки, взрослые и дети, никто не в силах устоять перед этим аттракционом. Как уйти отсюда без улыбки и невероятных эмоций? Десятки отражений, сотни неоновых огоньков погружают вас в настоящий мир зазеркалья, откуда, честно говоря, возвращаться не хочется.